Всем доброго времени суток. Получил очередную маленькую бандерольку. Ценена в 93 цента. Судя по описанию, автомобильные аксессуары. Что-то я даже такого не помню. Распечатаем, посмотрим, что нам тут пришло на этот раз. Так, а это заказик с сайта Tiny Deal. Заказывал вот такой вот термометр. Написано автомобильный термометр. Вот такой вот коробочки. Написано, что отображает температуру в Цельсиях, Фаренгейтах. Даже на русском электронные часы термометр. Термометр показывает по Цельсию и Фаренгейту предел температуры от минус 20 до 110 градусов. Погрешность термометра плюс-минус 1 градус. Обновляет данные через каждые 2 секунды. Электронные часы, термометр. Так, добрались они тоже сюда быстро. Этот заказ я заказывал, у меня были баллы, накопились на Tiny Deal. И вот за счет этих баллов я сделал такой заказ. Вот такую вот мелкую фиговину заказал. Видим, тут присоска. Здесь не хочет приставать. Показывает 21,6 градусов Цельсия. 21,8 уже. Ну, в общем, вот такой вот заказик с сайта Tiny Deal. Я на нем мало заказываю, потому что как бы на Алиэкспрессе безопаснее заказы делать, по-моему. Это мое личное мнение. Вот видим 22,4 уже, ну, поднимается до комнатной температуры. И вот на бонусы, на баллы, эти ТД-баллы у них называются, Tiny Deal баллы, сделал вот такой заказик. Ссылку в описании, кого интересует, заказывайте. На этом все, всем спасибо, пока.